Ежегодно мужчины Казанского федерального университета торжественно поздравляют прекрасную половину коллектива – женщин-ученых вуза. Этот 2024 год, конечно, не стал исключением. По доброй устоявшейся традиции мероприятие открыл ректор Казанского федерального Ленар Сафин приветственной речью. Ректор отметил ряд сотрудников КФУ наградами, а также напомнил, что в год семьи сотрудникам Казанского федерального университета, которые станут родителями в этом году, будет вручен денежный сертификат. В этот солнечный день разрешите вас поздравить с самым замечательным, наверное, самым красивым и добрым праздником – женским днем. Вы знаете, на ваши плечи мы, как всегда, возложили самое сложное, наверное, в том числе и обучение наших студентов, но вы с этим великолепно справляетесь. И мне бы хотелось, чтобы в этот прекрасный день у вас у всех было чувство гордости за наш альма-матер, чувство радости, и я хочу, чтобы было побольше положительных эмоций. В этот прекрасный год, год семьи, вы знаете, мы приняли решение, независимо от того, мама или папа, если работают в Казанском университете, если у них в этот год кто-то рождается, мы всех стимулируем. 100 тысяч рублей – это будет наш маленький подарок. В 2023 году общественная организация «Лига женщин университета» отметила юбилей – 10 лет со дня основания. В 2024 же 10 лет отмечают ежегодный университетский конкурс «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд». На этот раз организаторы решили чествовать женщин-ученых Казанского университета, удостоенных победы в одноименном республиканском конкурсе за последние 10 лет, а также внесших существенный вклад в развитие научного потенциала вуза. Дефиле 11 женщин-ученых университета произвело настоящий фурор. Уникальный специалист в области татарско-русских и русско-татарских словарей 19 века. Ценит в людях преданность, поддержку и верность своим словам. Киямова Рамзия Галямовна занимается изучением маркеров онкологических заболеваний. Автор международных патентов. Жизненный девиз «Делай, что должен, и будь, что будет». В рамках мероприятия студенты и преподаватели университета выступили перед женщинами с поздравительным выступлением, музыкальными и танцевальными номерами, стихотворениями, выражая свою признательность и уважение женщинам-ученым за их вклад в развитие науки и образования. В Казанском университете работают представительницы прекрасного пола, чьи имена при упоминании вызывают самые трепетные чувства. Пусть в нем всегда растут сады. Пусть здесь однажды в жизни каждый весну, как обычный праздник свой. Мне хорошо с тобой, и всегда везде одной тропой. И снегопад, и в дождик проливной. Деля на свете все и неудачи, и удачи. Этот концерт стал замечательным способом выразить признательность и уважение к женщинам-ученым, которые работают на благо университета. Каждый день делают значимый вклад в развитие образования и науки. Вместе с тем, это был замечательный способ отметить праздник 8 марта и поздравить всех женщин с этим прекрасным днем. Резеда Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.